Опять всем привет. Это второй участок, вторые 8 соток. Вот здесь обжитое, есть соседи. Вот такой красавец мне достался. Это лещина красный, с красными листьями. Вот такой огромный красавец. Вот. А тут все остальное хозяйство. Здесь уже соседи повалили деревья, чтобы они им не мешали. Надо будет их вывести. Вот эту всю мелочь тоже все выбрать. Все выровнять, потому что здесь кочки. Земля не очень ровная. Здесь уже давно нет никого. На том участке 2 года нет никого. На этом участке говорят, что давно нет никого. Вот. Здесь огромный еще боярышник. Вот он какой. Красавчик. Вот. Абрикоски. Вот эту яблоню придется убирать, потому что она вся гнилая внизу. Ее обгрызли там кору. Вот так. Ой-ой-ой. Как бы не завалиться здесь. Там вдалеке абрикос сухой. Его уже прям пилить даже не надо. Он сам разваливается. Вот яблоня тоже. Вот это хорошая. Вот вишня кругом. Это вот абрикосы в ряд прям стоят. Там кустик сиреньки около дороги. И терн вдоль дороги. Тоже все это убирать надо будет прям подчистую трактором. Вот. Вот такие вот дела. Такая у нас работа.